крепость. Я домовой. Я живу здесь очень давно и знаю всех местных жителей. Они все веселые и хорошие люди. Но с недавних пор у нас появились злые силы. Кто видит нас, тот сразу ах. И фильмом ужасов запахнет. Страх и ужас мы приносим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи. А то укусим. Светите ваши кролики. А мы покойники, покойники, покойники. Ха-ха! На подоконнике, окольнике, окольнике. Ха-ха! Итак, слуги дьявола, пришло наше время. Мы уничтожим эту старую крепость и при... Слушайте, потише, пожалуйста. В нашей белорусской квартире все слышно. Да мы из себя сейчас всю гроб высосем, старая! А вы что, Эльжейка, что ли? Да я граф Дракула! Ой-ой-ой, все мы с высшим образованием. Мы посланники тьмы! Сейчас скалкой по лбу заеду, доктор, что алкоголик несчастный. Но я бессмертный! А Колька с третьего этажа тоже так думал, что он бессмертный. Но мы и правда бессмертные! Да в гробу я вас видала. Мы раньше встречались, бабуля? Не знаю, если так будет продолжаться, встретимся в отделении. Не отвлекайтесь! Волчи, вообще, итак, мы посланники дьявола, мы слуги Люцифера, превратим эту старую крепость... Помойку! Горячий узбекский плов заказывали? Да какой еще горячий узбекский плов? Как? С рисом и с мясом? Ближе! Ближе! Еще ближе! Ты ел чеснок? Ага! Дальше! Дальше! Еще дальше! Не отвлекайтесь, слуги дьявола! Напрягитесь, мы превратим эту старую крепость в жалкую помойку! Да! Так, сержант Петров, российская милиция, что тут делаем? Мы прибыли из ада. Ага, значит, уже у нас побывали. Стоп. Итак, имя, фамилия, отчество? Дракула! Крюгер! Франкенштейн! Опа! Так и запишем. Группа лиц еврейской национальности в нетрезвом состоянии нарушала общественный порядок. Один момент, мы никогда не употребляем алкоголь. Опа, так и запишем. Группа евреев умышленно нарушала общественный порядок. Так что чистосердечное признание облегчает понимание. Рядовой, пошли. Ну такой я не понимаю. Я не могу работать в таких условиях. Подожди. Напрягитесь, слуги дьявола. Так. Скоро ночь наступит, и эта старая крепость превратится в помойку. Здравствуйте, дядя. Я с грузинского этажа. Передайте эти цветы Оле. А вы, наверное, папа Оли. Да с чего ты взял, мальчик? А Оля на вас очень похожа. Ушел отсюда быстро! Я так больше не могу. Тихо. Мы слуги дьявола! Да. Мы покровители вселенной! Да, покровители! Итак, эта старая крепость скоро разрушится, потому что мы покровители! Короче, в этом районе я покровитель шестерки! Привет! Я представитель одесской братвы, а кто вы такие будете? Мы слуги дьявола! Кого? Кто такой? Почему? А, этот! Короче, когда придет дьявол, скажите, что этот приходил. Колокольчик. И если он не будет делиться наваром со мной с колокольчиком, то я так зазвоню, что он оглохнет к чертовой матери. Но маму не трожь! Заткнись, шестерка! А мне пора ларьки обойти. Говорят, они там левыми окорочками торгуют. Надо узнать, куда они правые девают. Пошли, пока! Все, все, я не могу, я ничего не могу. Давай. Кто мы такие? Слышал, что мы должны делать? Сеять. Не так сеять, надо зло. Мы будем сеять, потому что это старая крепость. Здравствуйте, мы из общества Кришны. Купите, пожалуйста, книжки с картинками об источнике вечного наслаждения. Поддержку Кришны. Мы не верим в Кришну. А Кришне пофиг. Вот. Вы главное книжку купите.
Я так не могу, подождите. Я больше не могу. Я же граф Дракула. Прекратить. Друзья, друзья, зачем вы ссоритесь, а? Мы темные силы, понимаете? Скоро я тоже с Кавказа. А у нас на Кавказе есть такая традиция. Если семьи ссорятся, то они выдают своих детей замуж, и снова восстанавливается мир. Не верите? Нет! А на верхних этажей уже такую свадьбу сыграли. Посмотрите. Дамы и господа, начинаем прямой репортаж с очередного саммита стран СНГ, совпавшего с первым династическим браком, состоявшимся между детьми Назарбаева и Акаева. Первыми слова благодарности выразили родители. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь. Тамадой на второй срок был выбран Борис Николаевич Ельцин. Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Президент Украины Леонид Кучма. Сокровище черного моря. Мечтает, мечтает, но найди. Сокровище черного моря. Чтоб ветреное сердце покорить. Владимир Жириновский. Сергей Кириенко. Я хороший мальчик. Не пора спать. Не пора спать. Давай, давай. Виктор Степанович Черномырдин. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. Мимо проходил Билл Клинтон. Илетта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Илетта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Президенты трех закавказских государств. И Анатолий Чубайс. Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, утекай. Дамы и господа, министр финансов России Михаил Задорнов. Пожалуйста, вам поможите, люди добрые, старые, местные, голодаем и скитаемся. И по традиции итоги подвел Борис Николаевич. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. То ли еще будет.
Дорогие друзья, вот так мы и живем. Ссоримся и миримся. Любим и ненавидим. Не можем разобраться лишь в одном, что нам обязательно должно, чтобы в доме поселилось зло, чтобы мы, наконец, задумались о добре. Ночь с неба падает.